Привет всем, меня зовут Макарова Маргарита, я студентка третьего курса факультета бизнес-управления Народной Украинской Академии. На первом курсе, когда я узнала о вожатском движении, то сразу загорелась Артеком. Но поскольку, чтобы работать в этом лагере, нужен был определенный опыт работы с детьми. Поэтому я решила начать с лагеря Комарова и поехала туда. Незабываемые впечатления, богатая природа, море, воздух, новые знакомства и друзья и, безусловно, опыт работы с детьми – это далеко не все, что подарил мне этот лагерь. На втором курсе, уже поработав вожатой, я решила поехать в Артек. Я осознавала, что будет гораздо сложнее, чем работа в предыдущем лагере, даже если брать во внимание просто то, что нужно было работать все лето. И тем не менее, я решила осуществить свою мечту и поехать туда. Несмотря на то, что было море незабываемых впечатлений, куча интересных мероприятий, хорошее настроение, были такие моменты, когда хотелось просто все бросить и уехать домой к маме. Но в глубине души ты понимал, что в этот момент мамой для кого-то являешься именно ты, и поэтому нельзя было показывать свою слабость. И так я поняла, что работа вожатого стала частью моей жизни. И в дальнейшем, при любой возможности, я буду посвящать себя лагерю и детям. Я и вам советую летом обязательно поехать в лагерь и ощутить на себе все то лучшее, что дает работа вожатого.